10 ноября 2020 года чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Узбекистане Кан Джек Вон официально вручил орден за дипломатические заслуги министру дошкольного образования Узбекистана Агриппине Шин. В 2015 году заслуженный наставник молодежи Агриппина Васильевна Шин была избрана в Сенат Оли Маджлиса Республики Узбекистан. 19 декабря 2017 года она была назначена на должность министра дошкольного образования Узбекистана. В своем выступлении Агриппина Шин отметила, что для нее огромная честь быть удостоенной самой высокой награды президента Республики Корея Мун Чжэ Ина за вклад в расширение и укрепление дружбы между нашими странами –